Друзья, я вас приветствую. Сегодня будем готовить жаркое в казане. Ну, поехали. Наливаем масло. И ждем, как разогреется, будем жарить мясо. Масло налил 250 миллилитров. Сегодня нам понадобится мясо, болгарский перец, картошка, укроп, лук, помидоры и чеснок. Мясо мы порезали мелко, ну вот такими кусочками, небольшими. А все остальное увидите дальше. Начинаем жарить мясо. Берем лук нарезанный полукольцами. Кидаем картошку, нарезанную вот на такие дольки. Размешаем. Чтобы масло картошки обволакивало. Ну, и оставляем. Друзья, будем класть много зелени. А этого базилика количества вполне достаточно. Помидорчики вот нарезаны. И болгарский перец. Ну, вы все дальше увидите. Закладываем перец болгарский.
Подправляем его чуть-чуть. Так, друзья, теперь мы посолим. Черный молотый перец домашний. Кладем помидорчики. Кстати, помидоры у нас юсуповские, мясистые, розовые, очень вкусные. Кладем чеснок. Зелень, то, что осталось в последнюю очередь. Зира. И так мы ее перемалываем. Так будет вкуснее. Друзья, 5 минут и наше блюдо готово. Ну что, друзья, еще минут 5-10 и все, и можем подавать на стол. Не переключайтесь, смотрим видео до конца. Друзья, наше блюдо готово. Ну, друзья, давайте пробовать. Начнем с картошки. Во рту тает. Перчик болгарский. Друзья, это очень вкусно. Рекомендую это блюдо. Так что, друзья, не проходите мимо. Заходите в гости. Что-нибудь я вас угощу. Ну, друзья, подписывайтесь, пишите комментарии, поставьте жирный лайк, чтобы продвинуть это видео. Ну, а мы прощаемся. До новых встреч и приятного аппетита.
приглашаю всех друзей к моему столу. Все. Всем пока. И, друзья, делитесь этим видео. Я буду вам очень признателен.